Экскурсию на Подскок. Следующая остановка – налоговая инспекция. Уважаемые пассажиры, если водитель автобуса нарушает правила дорожного движения, сообщите об этом на сайт госавтоинспекции gibdd.ru. Налоговая инспекция. Следующая остановка – ипподром. Следующая остановка – улица Харьковская. Спасибо, что пользуетесь тюменским транспортом. Желаем вам приятной поездки и хорошего дня. Харьковская. Следующая остановка – травматология. Уважаемые пассажиры, с 1 января 2021 года стоимость проезда в границах города при наличном расчете составит 28 рублей, при безналичном – 27 рублей. На случай проведения контроля сохраните билет до окончания поездки.
дороге. Следующая остановка – улица Одесская. Уважаемые пассажиры, если вы обнаружили подозрительный предмет, немедленно сообщите о находке кондуктору или водителю. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте предмет. Исключите использование вблизи подозрительного предмета, мобильных телефонов и средств радиосвязи. Одесская. Следующая остановка – областная ГИБДД. Областная ГИБДД. Следующая остановка – Барабинская. Следующая остановка – улица Гилевская. Уважаемые пассажиры, если вы обнаружили подозрительный предмет, немедленно сообщите о находке кондуктору или водителю. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте предмет. Исключите использование предмета.